Эй, йо, здорово с тобой, Врумыч, это камбэк 1.3.6, здесь также камбэк 1.4.6, я, блин, тут спалил регистрацию, блин, и моя любимая таблица, на 1.4.6 также уже есть и на 1.3.6. Почему? Выпуская не под конец месяца, потому что как раз-таки здесь 13 числа вели катабазу. Классную, прекрасную катабазу, которая очень удобна, которую можно даже искать просто по нику продавца своих котов. Особенно если вы их называете там просто там такой-то и там первый, второй, третий, четвертый. Очень легко искать, протыкивать. Также еще написал а, на форуме тему, чтобы добавили раздел «Избранное». Надеюсь, добавят «Избранное» и на предметы, и на котов. Будут вообще классно, вообще имба очень удобно отслеживать, сам как раз таки за этим, за ценниками и слежу. Собственно говоря, говоря по поводу камбэка, я никуда не пропадаю, я сюда захожу, если что, вот она рега на 1.3.6, у меня ни одного пропущенного дня здесь нет, и как бы здесь тоже ни одного пропущенного дня нет, я решил здесь серьезно взяться за регистрацию, прям серьезно запотеть, Регистрируюсь как могу, конечно, вообще. Регистрируюсь со всех сил. Собственно говоря, по большей части хочу уделить 1.3.6 видео. И также в конце, кстати, ролика подведем итоги розыгрыша новогоднего видоса. Давайте перейдем сразу, быстренько чекнем 1.4.6. Я, честно, не особо смотрел. Вот сейчас, в общем-то, вижу эту картину. И у меня нет слов. У меня нет слов, как оно здесь держится, здесь... Как, Голда держится. но ну, есть такая история, что голды, вот я прям в АУК захожу скупить голду. И там вот ее, как бы, вот, ну, не очень много на продажу. Вот, допустим, стоит. Да. Как камни бессмертных растут, как идеалки, ну, идеалки-то понятно. Там сундуки, окей, окей. Как раз под ДНГ, под да, были сундуки. Соответственно, вот просеты идеалок. Это логично. А да, чудики. Восприятие по 2 миллиона. 2 миллиона восприятий. Надо в Нирвану, блин, засесть и фармить, вообще не вылазить оттуда. Совершенные камни, нашивка офицера, призрака, сокровище прошлого, эмблема ножа. Как оно все живет? Оно, блин, было вообще. Ну, где, 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 как, на чем оно держится? Я, я, я честно, если я до этого как-то да пояснял, почему, что, как работает, я не знаю. Если честно, я думал, что должно уже когда-то начинать идти немного вниз. Типа. Ну, хоть что-то, хоть какие-то чудесные кристаллы, кристаллы воспреть. Я, честно, удивлен, и я не знаю, почему. Я вот реально, вот первый выпуск, когда я не знаю, почему оно все идет все вверх и вверх. Как, на чем оно держится? Вот, честно, на чем держится здесь экономика? Весна иллюзорного... Зеркало, зеркало. Окей, ну 3, даже, да, даже оно 4 миллиона стоит. Ну когда-то оно стоило, конечно, 10, то оно сейчас не используется таким, наверное, ультра-мега-спросом, но я честно, вот честно, официально не знаю что уже здесь и говорить. Оно просто все растет, оно все развивается, несмотря на... У меня нет слов. В общем, я просто без каких-либо этих, я не знаю, экономика, конечно, золотая здесь, судя по вот этим всем цифрам, по всем этим таблицам, как оно все живет. Но оно все идет вверх, понимаете? То есть это положительная динамика в экономике. Давайте перейдем к 1.3.6. 1.3.6 для меня сейчас более интересно, потому что для меня это вообще не об... неизвестный мир, так сказать. Онлайн здесь, конечно, небольшой да, но он стабильный, то есть здесь прям сидят, на 1.3.6 сидят прям те люди, заядлые сидельцы вот этих любителей 1.3.6. Вот они вот нигде не играют, они играют вот только на 1.3.6, и они сидят на камбэке, просто вот катают свое удовольствие, кайфуют. В общем-то, онлайн стабильный, мерчат, в принципе, живой. Вот видите, просто открыл сразу, просто летит как бы время там, сколько, 5 часов по Москве. Пати собираются, вообще никаких проблем. Ну, классная версия на самом деле, с хорошим комьюнити. Мне очень зашла эта версия. Единственное, мне сейчас затянул ров немножко. Мои силы, мои силы, мои силы на исходе. Собственно, по голде. Голда растет, конечно, только в путь. Просто, грубо говоря, за месяц она сделала X2. Я не знаю, на какой она должна остановиться позиции. То есть она уже там 50 перескочила, 53 на момент сегодняшний, да, января. Какой потолок будет может быть у этой голды? Но ну, мне кажется, может быть сотка, потому что как бы мастер, все из мастера, по-моему, все основные юани это мастер, откуда вообще в юане берутся на сервере? Просто Китай мастер. По-моему, браться больше юанем откуда-то, ну. По-моему, ниоткуда, если честно. Ну, естественно, ДК там, да, вот это поднимать. Э, серебро там, серебро, юани, блин. Вот я уже говорю, у меня уже ров головного мозга немного. Вот, собственно, миражи растут. При том, что они тоже фармятся в мастере обрывки. Соответственно, начали в момент падать. Но они упали для минимальной от них позиции. Они сейчас на момент января как раз-таки в районе 40-50к, 45 додержится да, Держатся прям, причем стабильно. Тут, кстати, что-то с базой, возможно, случилось. Здесь как-то довольно вот такие прямые линии пошли. Может быть, с базы какой-то глюк. Соответственно, добрали, добрали мы сразу золотое яйцо сюда на 1.36 тоже отслеживать, потому что это основа основ, потому что переноса заточки здесь нет. Как здесь точиться? Точиться небесками на 1.36. Вот это вот скилл, вот это вот скилл точиться небесками на 1.36. Вот это прям, вот это прям максимальное уважение, так сказать. Ну и отслеживаем также здесь репу, потому что репа это восьмой ранг здесь финал шмот, и я думаю, большинство хотят себе сделать здесь восьмой ранг, как финал шмот. Так что, ну и полиматериалы, которые привязаны к голде, соответственно, они тоже немножко начинают расти из-за того, что ресы, соответственно, подскакивают из-за голды. Вот, все здесь просто. Ну и пелена, пелена здесь просто люди после 86-го, ну, можно вообще бы с 75-го идти, просто вы не только собрать надо пати нормальную, блин, как, мне не повезло с ней немного. Один раз это я вам расскажу как-то в видосе. В принципе, спрос есть, потому что на инивский шмот спрос есть нереальный. То есть, если сейчас пройти, тут то уже вот 125, 123. То есть, уже нормализуется, нормализуется. То есть, время прошло, люди и в мастере. Кто-то сидит в мастер фармит, кто-то качается дальше. Делают все ини шмот и там далее, далее, далее. Конечно, можно начать отслеживать всякие XX и да, там, которые там рарные, там, какие-то с министра там, какие-нибудь там или еще что-то. Пишите, кстати, в комментариях. Чтобы вы хотели подслеживать, вот а так динамика очень хорошая. Я не знаю. Мне кажется, на сотке может быть остановиться. Ну, это чисто такие такой вброс, вброс в воздух, так сказать. Скинуть ему, но ник не указал. И версию не указал. Опа. Отлично, что кстати, с одного сервера, как раз таки. Ника раннел. Всех с Новым годом! Всех с прошедшим Новым годом! Сейчас иду в имени 100 голды. Так, первому отправил. оп по. Штурман, 146, с новым годом всех, с новым счастьем, поздравляю. Кибердемон, отлетают как раз-таки крылья бога удачи, тоже тебя поздравляю. Эх, список подписок скрыт. No hope, поздравляю, поздравляю, 146, два чека отправляются тебе. Халява, блин, халява. Поздравляю всех с новым годом, Ник Скадис, Кадис. Скадис, может быть, неправильно прочитал, но тебе тоже отлетает еще два чека. Поздравляю. Ой, спасибо большое, Врум, Мы так счастлив, что ты со старта камбэка с нами. Ну, не со старта, конечно, камбэка. Но уже продолжительно, конечно, время. И тебе достаются последние два чека. И в итоге мы разыграли все 1, 4, 6. Теперь осталось разыграть 1.3.6. У меня кончились комментарии. О! Романыч, ТДшка на танке. Опа! ТДшка Романыч на танке. Блин, у меня кончились, короче, у меня же сбросился Ютуб, блин. Чего вы так подводите-то, ну? Вот чью-то я голду, да, снес, наверное, сейчас. Так, 4 миллиона как раз-таки уходит Романычу. О, 42 рус. Поздравляю. Еще 1-3, 1-3-6. По кайфу. Да, елки-палки. Ну, я так долго буду сидеть, короче. Дник булочка. О, поздравляю, блин. Наконец-то ты булочка победила! Булочка. Отправил. Не осталось. Слушай, штурма, но я уже отправил. Мне кажется, там подписок ни у кого не осталось. Не еще покручу, конечно, вдруг кому-то выпадет. Ну, выпадет. Опа! Фрик. Кью. -кью. Александр. Роман Топин, 136. Желаю развития твоему каналу, чтобы 10к к NES году было. 136. С любовью копать ли Бобовник. Это было сложно вас определить, конечно. Все, раздал. 5 на 1, 4, 6, 5 на 1, 3, 6, все четко. Все с открытыми подписками, все справедливо, все офигенно, четко, все.